Кажется, переезд в современный микрорайон – мечта любой семьи. Но в ЖК «Инновация» проблемы новоселов появились буквально сразу после заселения. С начала года от жителей новостройки поступило 540 обращений. У нас получилось там 35-50 обращений. Мы поставили среднее число, которое калькулировалось, 49 обращений. Это достаточно много на один дом. В среднем за день поступают 5-10 обращений. Это тоже достаточно много в день. Вместо красивых газонов – строительный мусор. Застройщик вовремя не выполнил свои обязательства. Теперь в течение недели ему все же придется это сделать. Жалуются жители и на работу управляющей компании. Подъезды чистыми не назовешь. Две части работы. Одна часть работы – это застройка, вторая часть работы – это текущее содержание двора. Занятия физкультурой, о которых не просили. Жильцам приходится ходить пешком, даже на самые высокие этажи. Лифты в ЖК не работают с момента заселения. Надо выехать с комиссией, взять эксплуатирующую организацию наших специалистов, проверить, в каком состоянии находится лифтовое хозяйство. А еще протечку кровли, неисправные оконные блоки и неустойчивый напор воды. Администрация возьмет на контроль. На этой неделе появится четкий подробный план от застройщика. Там же у нас будут и двери, да, которые тоже сломаны или пришли в негодность по суде, по жалобам. Их надо заменить. Диалог с жителями управляющей компании и застройщиком продолжится. Все пожелания будут учтены. На следующей встрече обсудят результат исполнения поручений. Карина Яряшева, телекомпания «Одинцова».